Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Россиян предложили штрафовать за борщевик на дачах. Совет Федерации предложил дополнить Кодекс об административных правонарушениях новым положением, которое предусматривает штраф за борщевик на дачных участках. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно положению, за непринятие мер по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью будет полагаться штраф для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей. Также отмечается, что должностных лиц за игнорирование мер по борьбе будут штрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а индивидуальных предпринимателей на 7-12 тысяч рублей. Подчеркивается, что юридические лица будут получать штраф от 20 до 30 тысяч рублей. По мнению сенаторов, это поможет в борьбе с распространением сорняковых растений. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!